21 июня в Артемовском городском округе готовится праздник для выпускников школ в соответствии с постановлением администрации Артемовского городского округа от 12 апреля 2013 года номер 498 ПА о подготовке и проведении праздника «Выпускник-2013». Мероприятие проводится в целях реализации муниципальной целевой программы «Одаренные дети», создание условий для демонстрации достижений выпускников. Где и когда будет проходить это мероприятие, поделилась с нами Надежда Тимофеева. Мероприятие будет проводиться в городе Артемовском на площади Советов. Начнется оно в 18 часов 30 минут. Завершится в 22 часа 30 минут. Участниками данного праздника будут выпускники школ номер 1, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 и 56. Именно в этих школах есть выпускники 11 классов. На этот праздник приглашаются первоклассники, родители, педагоги, руководители общеобразовательных учреждений и представители администрации. Что же ожидает выпускников на этом мероприятии? Программа состоит из двух частей – официальная часть и вторая часть – музыкальная. В официальной части будет приветствие лиц, официальных лиц, выступление главы Артемовского городского округа. Будут вручаться знаки главы Артемовского городского округа за достижения в творческой деятельности, образовательной деятельности и в спорте. Также предполагается торжественный выход выпускников, которые будут иметь визитку своего образовательного учреждения. Их выступление будет сопровождаться кратким репортажем о выпускниках данного образовательного учреждения. В официальной части также предполагается проведение ряда традиций. Например, вручение будильника первоклассникам. Вот такая новая традиция. Мы ее начнем осуществлять в Артемовском городском округе. Музыкальная часть начнется в 20 часов 30 минут и закончится в 22 часа 30 минут. Праздничным салютом. Для золотых и серебряных медалистов распахнет свои двери Балунашский дом творчества, где поздравит учащихся глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова и торжественно вручит им их медали, а родителям благодарственные письма. Также в программе запланирован замечательный концерт для отличившихся в учебе. За организацию этих мероприятий отвечает межведомственная комиссия, председателем которой является Елена Радунцева, заместитель главы администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам. В рамках данного праздника проводится большая подготовительная работа по обеспечению безопасности детей. На улицах будут дежурить наряды полиции, будет закрыто движение по площади Советов и прилегающей территории. И я обращаюсь к выпускникам школ, педагогам, родителям. Прийти на праздник, порадоваться своим детям и обозначить социальную значимость окончания школы выпускниками муниципальных образовательных учреждений. Их достаточно много – 321 человек. Надеюсь, что праздник станет традиционным в Артемовском городском округе.